Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Ремонт дорог и общественный транспорт. Виталий Артемов выступил с отчетом за год. Экспресс-опрос «Что рязанцы знают про День России?» Спокойно, это лишь Дубровский. В музыкальном театре прошла премьера мюзикла. Ремонт дорог, пополнение единиц общественного транспорта, модернизация теплосетей – это только часть тем отчета главы администрации города. Рязань прошлого и приоритеты на будущее в нашем следующем материале. На еженедельном отчете правительства тема дорог и благоустройства всегда попадала в топ-3 по обращениям граждан. Этому и уделил особое внимание в своем отчете о работе за 2023 год глава администрации Виталий Артемов. Кстати, расходы в бюджете на дороги и сферу ЖКХ в прошлом году 25%. В цифрах отремонтировано 36 километров городских дорог, благоустроено 59 дворов, введена в эксплуатацию тоннельная часть западного коллектора. Благодаря поддержке губернатора значительно обновили парк городских общественного транспорта. В 2023 году поступило 64 новых автобуса большого класса и 58 троллейбусов. В марте 2024 года поступило еще 8 автобусов по нацпроекту и 20 машин. По многим показателям Рязань входит в десятку лучших по Центральному федеральному округу. Четвертое место по объему инвестиций, пятое по объему промышленного производства. Здесь же объем строительных работ. По количеству построенного жилья на 1000 жителей Рязань на 6-м месте в ЦФО. Средняя заработная плата увеличилась на 16%, что выше среднего значения по городам Центрального федерального округа. В 2023 году при поддержке правительства Рязанской области мы постарались заложить фундамент для развития города на перспективу. Обновили городской пассажирский транспорт, ведем благоустройство центра города Рязани, приступили к строительству двух новых школ, проектируем дороги и учреждения социальной сферы. Подходы к работе администрации пересмотрены. Главный принцип – это диалог с населением. При распределении расходов бюджета ориентируемся на людей, отрабатываем каждое предложение. Виталий Артемов отметил, что подходы к работе администрации пересмотрены. И главное теперь – диалог с населением. Потому в этом году бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. День России – один из главных государственных праздников. Он посвящен установлению суверенитета в стране и началу современного этапа российской истории. Отмечается он ежегодно 12 июня. О том, что рязанцы знают об этом празднике, выясняла Анастасия Арнт. Что празднуется 12 июня? День России. День России. День России. День России. 12 июня 1990 года не просто день подписания декларации. Это день рождения современной России. В этом году ей исполняется 34 года. Вопрос в том, знают ли об этом рязанцы. Сколько лет современной России? 34 года. Я хотела сказать, что 90-го это 30-34 года. 91 год. 4 года. Такое название празднику дал Борис Ельцин. В своем поздравительном обращении в 93-м году он произнес фразу «Дорогие россияне, с Днем Независимости, с Днем России». А спустя год этот день официально стал называться Днем принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 98-м президент предложил закрепить более емкое название «День России». Официально же праздник установили лишь в 2002-м. Какие символы есть у этого праздника? Ну, флаг наш российский, то есть триколор. Флаг России. Во-первых, флаг. Герб, наверное. Государственный флаг. Официальный символ праздника – флаг. Впервые в знакомом раскрасе бело-сине-красном он был поднят на корабле «Орел» еще в 1668 году. Закрепился этот цвет после особого совещания, созданного Николаем II. Флаг изменили лишь на время существования СССР. Вернулся в августе 91-го. Тогда триколор был поднят в Москве над Белым домом. Сейчас в России цвета символики закреплены в Конституции. Анастасия Арн, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники Росгвардии вручили рязанцам ленты с символикой триколора. Акция прошла в преддверии Дня России. Поздравляем вас с наступающим праздником Днем России. Ой, спасибо. Акция эта носит название «Российский триколор». Сотрудники Росгвардии в Рязани области раздают ленточки со знаменитым триколором белый, синий, красный. Поздравляем вас с наступающим праздником Днем России. Спасибо. Впервые в акции приняли участие воспитанники подшефных классов школы номер 38 города Рязани. Сотрудники Росгвардии и школьники поздравили рязанцев с Днем России, а также рассказали об истории праздника и значении цветов российского флага. День России.
является одним из главных праздников нашей страны. Он символизирует многовековую историю нашей Родины, всеобщую ответственность за ее настоящее и будущее. Для проведения акции были выбраны наиболее оживленные места – центральные улицы и площади города. Акция прошла как в преддверии праздника 11 июня, так повторится в сам День России. Гуманитарную помощь для бойцов в зону специальной военной операции отправляют регулярно. Обычно груз формируется так – самое необходимое плюс список от бойцов. Иногда удается собрать и правда нужные вещи, те, которые так необходимы бойцам на передовой. И в этот раз парням отправили также самое необходимое. От всего нашего воинского коллектива хочу передать глубочайшую благодарность за предоставленный Булат, который поможет нам противодействовать дронов в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции. Детекторы дронов «Булат» и гуманитарную помощь регулярно передают в зону СВО благотворительный фонд «Доброволец». В течение месяца жители Рязани, Одинцова и Голицына Московской области собирали грузы по запросам, которые делали сами бойцы. И вот юбилейный 10-й раз груженные машины с предметами первой необходимости отправились в зону СВО. Сегодня в приоритете продукты, одежда и медикаменты. Последнее для госпиталей Донецка. В интернаты же города Сватово Луганской Народной Республики передали констовары, одежду, обувь, игрушки и сладости. Помимо бытовых вещей отправляют и техническое оборудование для фронта. Вот такие дорогостоящие вещи, как генераторы, приборы ночного видения. В этот раз мы отправили на фронт ребятам приборы ночного видения и также несколько автомобилей для бойцов и запчасти, и колеса для автомобилей. По просьбе бойцов передали 4 прибора ночного видения, главное достоинство которых – отсутствие дальномеров и инфракрасной подсветки. То есть они невидимы для вражеских тепловизоров. Это поможет нашим бойцам во время штурмов. С новыми приборами ночного видения можно выполнять боевые задачи, не выдавая свои позиции. Остаться незамеченными для врага – важная и в то же время непростая задача. Компактные автомобили – еще один незаменимый на фронте помощник. Их тоже отправили в зону СВО. Автомобили отправили, 99 привели в порядок, уедет на Херсонское направление, также у вас Буханка, сейчас тоже на Херсонское направление поедет к нашим ребятам. Так, в принципе, ну, 1-2 машины в месяц мы отправляем стабильно. Сейчас еще вот, уже 2 буханки купили, они стоят сейчас, обслуживают СТО делать. На этих автомобилях можно доставлять боеприпасы и эвакуировать раненых. Они маленького размера, более маневренные, их сложнее подбить врагу. Всего за 2024 год в зону СВО отправили около 10 таких компактных машин. Я хочу поблагодарить благотворительную организацию «Доброволец» за такую масштабную работу, нужную работу. И хочу поблагодарить каждого участника, кто оказал помощь, кто оказал поддержку. Склад фонда «Доброволец» находится по адресу Славянский проспект, дом 6. Сюда все желающие могут принести нужные вещи, которые помогут тем, кто находится в зоне СВО. В особенности требуются медикаменты для госпиталей и одежда. Важна любая помощь. Анастасия Арнт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба камчатская». Свежие и вкусные деликатесы Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. История любви с горьким привкусом. В Рязанском музыкальном театре показали премьеру мюзикла «Дубровский». В год 225-летия Александра Сергеевича Пушкина непростительно было бы не обратиться к творчеству солнца русской поэзии. Тем более, когда есть такой достойный материал. Один из самых популярных композиторов современности Ким Брейдбург рассказал классическую историю о благородном разбойнике современным музыкальным языком. С неба ангела-стрела незаметно прилетела, сердце нежное нашла, обожгла, да не согрела. Сколько в этих строках нежности и страсти, горечи и боли, любви и разочарования. Ровно столько же, сколько заложено в мюзикл Кима Брейдбурга «Дубровский». Спектакль, во-первых, он не новый. Мы поставили его 15 лет назад. Вот, и спектакль уже прошел и воду, и трубы, и все что угодно вам. В многих городах мы должны отметить музыку композитора, выдающегося нашего современника Кима Александровича Брейдбурга, который написал музыку очень современно. Вы услышите многие стили современные, музыкальные, совершенно органично переплетенные в драматургическое и музыкальное произведение. И мы, конечно, с вами находимся в стенах
музыкального театра. Жанр спектакля мюзикл. Он подразумевает очень активное действие и хореографическое, и световое шоу, и музыкальное, и вокальное. И мне кажется, для театра областного Рязанского это большое событие. Музыкальная эклектика, между тем, гармонично создает настроение, а дух эпохи передают костюмы и визуальные образы артистов. Музыка, она достаточно диктует свои какие-то условия. На самом деле пытались сделать как бы подлинные костюмы, но стилистика музыкальная, она диктует и стилистику костюмов, поэтому некий такой дрейф в сторону, ну, по сути дела, современного костюма есть. Там были и другие застежки, и другие там, в общем, другой крой, другие исторические особенности. Вот. И полностью повторять силуэт мы не стали, но все равно это сохраняются общие черты женские, ну, в частности, Маша, она преображается, первое появление у нее, она девочка, ну, кстати, и там идет и ее рост внутри, затем она романтическая девушка, сначала девочка, ну, ребенок, потом романтическая девушка, а потом уже она выходит замуж, у нее свадебное платье, то есть, понимаете, они... Это три ипостаси женские. В юбилейный год поэта играть такой материал – особенное чувство для артистов. Музыка потрясающая, и я себя, например, не чувствую максимально комфортно. Что касается работы, режиссерских задач, то это уже, наверное, какой-то даже новый уровень для нашего театра, потому что требуется максимально эмоциональная, вокальная, пластическая, хореографическая отдача. То есть работаем, так скажем, до седьмого пота. Я, в принципе, люблю работать такие классические сюжеты. И персонаж действительно близок. Это российский дворянин. Это человек, который ведом самыми что ни на есть благими, в принципе, идеями. То есть он стремится к свету, стремится к добру, к созиданию. Дубровский – это по-прежнему история о дружбе и предательстве, о любви и разлуке, о долге и чести, возмездии и прощении. Тема отцов и детей, быт и нравы провинциальных помещиков, крестьянский бунт – все это нашло отражение в ярком, эффектном мюзикле, пронизанном одновременно и лирикой, и драматизмом. Кристина Бочкарева, Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанском музее путешественников открылась новая выставка. Экспозицию приурочили ко Дню России. Какие уголки нашей необъятной страны собраны в одном выставочном зале, расскажем в нашем следующем материале. Зачарованный мир, Чегемские водопады зимой, Эльбрус на рассвете. На этих снимках работы участников российского конкурса «Берега». Необъятные просторы нашей страны в рамках творческого состязания фотографы запечатлевают уже 5 лет. За это время в конкурсе приняли участие более 200 клубов из различных регионов России. Лучшие фотохудожники из фотоклубов страны представляют на этот конкурс свои работы. А поскольку рязанский наш фотохудожник Николай Середа – это один из организаторов выставки, то мы здесь, в Рязани, имеем доступ к самым лучшим этим работам. Более того, на нашей внутренней выставке мы можем даже отбирать лучшие из лучших. Вот эта выставка у нас сборная, называется «В объективе Россия». И, сами понимаете, она приурочена у нас в том числе к Дню России. Вот, Дню России, и здесь можно увидеть самые-самые разные уголки нашей страны, причем от северных наших окраин от глубокого Заполярья до южных территорий, вот и Крым здесь у нас. Выставка буквально телепортирует зрителя в самые завораживающие места России. Кстати, на основе экспозиции сотрудники музея регулярно организуют викторины для детей, которые проверяют знания и расширяют кругозор юных путешественников. Многие уже успели посетить данную выставку, полюбоваться красотами нашей Родины и профессиональным исполнением фоторабот. Также мы проводим, уже успели провести, точнее, занятия, экскурсии по выставке. Занятия состоят из нескольких этапов. Вначале деткам рассказывается о тех или иных уголках нашей страны. Затем в другом зале мы уже проводим викторину на основе тех знаний, которые они получили во время экскурсии. Дети вспоминают, какое же самое глубокое, например, у нас озеро,
озеро в России, какая самая высокая гора у нас в России. И все это дает им возможность проявить интерес к истории, географии нашей великой страны. «Берега» – единственный в России фотоконкурс, где в мастерстве соревнуются не отдельные фотографы, а команды отечественных фотоколлективов. Так, победители определяют по количеству работ, прошедших от клуба, на итоговую выставку конкурса. Как и в других командных соревнованиях, здесь медали на конкурсе получают все фотографы, которые привели свой клуб к победе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 10 по 15 июня. ТЦ «Премьер».